Неогенный кошмар, часть 10. Бессмертный вампир. Благодаря компасу на мотоцикле Мстителя мы нашли его быстро. Сможем ли мы теперь остановить Морбиуса? Я опознала паука. За ним следует личность в одежде рокера. Я преследую их. Заглуши мотор. Возможно, он уже там. Что Морбиус тут потерял? Микросхему. Нет! Не с места! Она у меня! Встретимся у тебя! Стоять на месте! Показания в полиции! Глупышка! Эй! Эй! Отдай мне микросхему. Я помогу. Я бессмертный. Ах, кончилась моя паутина. Что скажете? Вампиры существуют? Их станет больше, если не остановить этого. И как? Мой новый прибор. Эй! Угодит в нашу ловушку. Засохни, моя паутина. Встретимся через час. Пора тебе принять лекарство. Нужно действовать тихо. Опасность... Морбиус. Слишком рискованно. Он еще вернется. Никаких известий от Питера. Мне нужен маркер. Где он? Понятия не имею. Что это за фрукт? Почему этот упырь искал тебя? Не могу сказать. Или не хочешь? Нет снимков паука или вот этого монстра. Почему бы тебя не уволить? Скоро у вас будет снимок живого вампира. И если я вам все еще нужен... Питер нас еще ни разу не подводил. 24 часа на исполнение. Мне нужно кое-что от вас. Только ни слова о деньгах. Кое-что куда более полезное. Я должен унижаться перед Джеймсоном. Тот идет. Эй? Кто ты? Что тебе здесь нужно? Паук прислал. Он знает паука. Он свой. Знать паука не значит быть своим. У паука есть план. Кто-то меня сильно тревожит. Питер! Мэри Джейн, поговорим позже. Позже. Надоело. Мне кажется, что Морбиус приближается. Язык проглотил. Скажи, что тебе нужна Фелиция, и я уйду. Ладно, дело в Фелиции. Пока. Еще увидимся. Все объясню потом. Паркер! Тебе не видать Фелиции! Кто ты? Морбиус. Морбиус? Не до шуток. Чего тебе нужно? Образец крови, обработанный неогенным способом. О чем ты? Отдавай сейчас. Ладно, он у меня в фургоне. Ты заодно с охотником на вампиров. Питер! Тетушка Мэй. Что такое? Не делай этого. Отпусти ее. Образец крови. Он в лаборатории. Она будет заложницей, пока не получу. Нет. Жаль тетушку. На войне всегда бывает много жертв. Разве ты не переживал, когда потерял мать? Мой друг слишком много болтает. Я сожалею. Я утратил способность переживать. Некоторые не забывают о любви. Если бы ты был, мы бы спасли тетю. Нам нужен новый план. Мне надоело, сам завершу. Хватит тебе болтать, никакого проку. Ай! Я тоже буду действовать один. Но как? И где? Ну, конечно. Морбиус придет сюда к Фелиции. Что это? Ты так долго отказывала мне. Почему же ты ответила да? Ты храбро защищал меня от паука-монстра. Мой лучший друг увел мою девушку. Тетушка Мэй в руках вампира. Что же будет дальше? Фелиция. Кто? Кто здесь? Нет. Майкл. Майкл. Фелиция. Сяду ему на хвост. Майкл, это был ты. Да, бессмертный. И ты станешь, как я. Спасибо. Хочешь позагорать? Нет. Но он вампир. Человек не должен убивать себе подобных. Вспомни свою мать. Паук поможет тебе. Ты права. Ты не сделаешь ему плохого. Ты упустил его. Ну и дела. Ты должна стать вампиром и помочь. Я не хочу. Ты не тот, которого я любила. Эй. Тот, кого я любила, хотел излечить людей. Ты сам болен. Ты права. Я люблю тебя. Мне нужна помощь. Ты полюбишь меня снова.
буду любить тебя всегда! Майкл! Нет! Тетушка Мэй! Твое время пришло! Что с ним стало? Генетический код слился с кодом клеток летучей мыши. Он никогда не станет человеком. Сожалею, Фелиция, больше, чем ты можешь себе представить. Может, еще встретимся? Сходим в кино? Нет, забудь все, кроме этого. Здорово. Из всех мужчин я выбрала вампира. Питер, это ты? Ты звала, тетушка Мэй? О, боже, ужасный сон. Лучше всего постараться забыть. Спи спокойно, тетушка Мэй. Я так устал, и теперь могу заснуть. Прощай, Фелиция.